Всем привет! Вы на канале «Поехали с нами». Сегодня у нас обзор отеля «Лабиринт» на Крите в Греции. Это отель, ну это даже нельзя сказать отелем, это как апартаменты отель. Здесь одна хозяйка, мы здесь заселились, причем достаточно дешево. Отель 3 этажа, на крыше бассейн отеля. Ресторан тоже на крыше, и ресторан, и бассейн. Сейчас зайдем в отель, вам покажу. Напоминаю, вы на канале «Поехали с нами». Это канал обзоров путешествий, достопримечательностей всех стран мира. Обязательно подписывайтесь. Много новых обзоров, которых просто нигде нет. Каких-то небольших достопримечательностей и отелей, а также всего-всего интересного. Сейчас я перейду дорогу и пройдемся по отелю. Сейчас 2 часа дня, народу мало. Машин мало. Так выглядит этот отельчик. Он, наверное, на 4-й, может, линии. Пешком от пляжа. Пешком до пляжа, наверное, минут 10. Очень рядом по пути есть супермаркет. Красивая, живописная, малюсенькая территория. Вечером можно сесть, вот, выпить пиво. Это вход в номера. 2-й, 3-й этаж. И можно подняться в ресторан и бассейн. Нас поселили вот в самом низу здесь. Номер сейчас покажу. Номер больше, наверное, чем номера, где мы были где-либо до этого. Номер размером с маленький отельчик. Наша семья, у нас семья, 2 ребенка, 2 взрослых. Кондиционер в этом отеле не входит в стоимость отеля, надо платить отдельно. Но как бы здесь он и не нужен. Здесь достаточно прохладно. С обратной стороны номера веранда, можно выйти с видом на дорогу. Сейчас Оля расскажет все по номеру. Отель «Лабиринт» в деревне Георгиополис на Крите. Это номер 107, но вообще-то 112. Апартаменты с 2 спальнями. Апартаменты с 2 спальнями. Нас 4. Вот такие у нас апартаменты. Это гостиная, кухня. Здесь у нас очень небольшой санузел. Так, все компактненько. Ну, единственный минус, вот душевая кабинка без шторки. Ну, может быть, ее повесят. И поэтому, конечно, весь пол обычно мокрый после купания. Ну, это не самый большой минус, который мог бы быть. Вот кровать, это как бы 5-е спальное место, оно нам не нужно. Мы не спим. Стол, холодильник, холодильник полноценный, то есть у нас там много продуктов. Мойка, такая электрическая плита, мы уже готовили. И 2 спальни. Вот одна спальня для взрослых. Здесь спальня, большой шкаф. В принципе, много места для хранения. Достаточно большая комната, чтобы переночевать вдвоем. И детская. Здесь спят наши дети. 2 кровати. И тумбочка. Здесь вообще огромный шкаф. Не знаю, что там хранить. Настолько вещей даже нет. Поэтому... Пол, это гранит, наверное, или что-то, или даже мрамор. Ну, очень хорошо, потому что обычно в отелях пол покрыт ковролином. Ну, совсем неудачная история. Батареи, наверное, все-таки кто приезжает в мае или, может быть, в сентябре, то будет прохладно, потому что такой нижний уровень. Лучше, наверное, когда холодно, селиться повыше. Но, возможно, повыше нет. Вот кондиционер, подозреваю, что он за дополнительную плату, мы не пользуемся, потому что прохладно в номере. Есть такой балкончик. Здесь можно сушить вещи, сушилочка, и сидеть за столиком. Вот такой номер. Ну, нам достался вид на дорогу, но это ничего не портит. А в 4 часа ночи, в 4 часа ночи никого не было, рецепшн был закрыт, администрация просто оставила ключ,
гиду, где-то здесь под одним из кустиков гид нам его дал, завел нас номер и уехал. Греки не очень перерабатывают, поэтому рецепция работает по часам. С 8 утра и, наверное, может до 7, до 8 вечера. Привет. Хай. Такой ресепшн красивый. Здесь мини-барчик, можно вечером посидеть, выпить. Столики ожидания. Никого нет, сидит только девочка. Это дочка хозяйки за ресепшеном сидит и скучает. Наверное, листает Инстаграм. Или смотрит Ютуб. В бассейн можно подняться с ресепшена на третий этаж, в ресторан-бассейн. И есть еще отдельный дополнительный вход. Можно подняться отсюда. Ну, пойдемте поднимемся через ресепшен. Заходим на ресепшн, сразу направо и вверх ступеньки. Здесь можно, наверное, взять книги почитать. Какой у нас ресторанчик? У нас входит только завтрак. Можно отдельно что-то заказать, покушать. Вот бассейн. Вид сверху на балконы и на территорию. Территория очень-очень маленькая. Все в камне и в растениях. Вот вдалеке виднеется море. Оно может показаться, что далеко. На самом деле по прямой 10 минут. Сзади горы. Мы ходили вчера на горное озеро. Есть обзор на канале. Интересно, обязательно посмотрите, если будете на Крите. Отсюда можно дойти пешком 4 километра. По карте Google карты работают отлично. Мобильный интернет работает отлично. За ресепшеном все готовят девочки. Сейчас покажем, что нам приготовят. Завтрак в отеле Лабиринт. Это то, что входит. Саня, привет. Вот немножко фруктов, свежевыжатый сок, хлебушек, колбаска и сырок. И вот такие масло и джем. Вот такой чудесный вид у нас на горы. Здесь же бассейн. В общем-то, можно перекусить и идти на море. Так как у нас нет своего пляжа в гостинице, да, сделаю обзор пляжей на Крите в районе Гергиополис. Пляжная линия очень длинная, да, вот начинается оттуда, где вы видите, под горой, и вот так вот вдоль всей этой линии, и мы можем идти вот даже в соседнюю деревню дойти, да, и все еще это будет пляж. А пляжи никак не огорожены, все пляжи в Греции публичные, но лежаки платные. То есть, если у вашего отеля нет своих лежаков, вы можете прийти на пляж и либо лечь бесплатно там, где нет лежаков, либо арендовать лежаки и зонтики. В среднем цена 5 евро за 2 лежака, по-моему, 5 евро зонтик. Ну,
можно, наверное, за 10 купить зонтик и лежать на песке, потому что песок приятный. Вот сегодня волны и немножко принесло водорослей. Вообще вода чистенькая, прозрачная, но сегодня так. Особенность пляжа в Георгиополисе то, что здесь вот в море втекает горная река. И вот здесь вы видите, нет людей с этой стороны на пляже. Не потому, что водоросли, потому что эта горная река очень-очень холодная. Не знаю, мне кажется, 10-12 градусов. Вот прям ледяная. И вот она заворачивает в ту сторону, и вода там холодная, вот с этой стороны моря. Ну, мы в основном все ходят купаться в эту сторону. Ну, либо как можно дальше в ту сторону. С центрального, не знаю, набережной Георгиополиса, если вы выходите лицом к морю, поворачиваете направо и идете, пока не надоест идти, да. Много кафе, много шезлонгов, можно арендовать шезлонг. Если я не ошибаюсь, даже вне сезона, наверное, было такое, что берешь напиток в кафе и можешь лежать на шезлонге бесплатно. Вот сегодня прям море бушует. Ну, в общем, пляж очень неплохой. На пляже в Георгиополисе стоит такая вот маленькая церквушка. К ней сделана каменная дорога, как большой пирс. Сейчас подойдем, посмотрим ближе. Дорога полностью каменная, очень неудобная. Идти нужно аккуратно, мокрая, скользкая. Можно вообще, если тут подскользнуться, я не знаю, лучше здесь не подскальзываться. Где-то метров 200 длиной этот каменный пирс. И в конце белая церквушка, покрашенная как домики Санторини. Почти подошли, но дорога какая-то многоломка. Мокрая, крабы, волны. Люди еле идут. Здесь достаточно мелко, можно даже в воду зайти, но очень каменистое дно. Оля экстремал. В новом купальничке красивую фотку полезла делать. Оля. Внутри очень маленькое помещение, иконки настоящие. Помещение очень маленькое, потолки, наверное, 2 метра, высотой 2 на 2 само помещение. И, ну, это, наверное, алтарик небольшой. Мы взяли 2 лежака возле кафе La Palma Beach Bar. 2 лежака стоят 5 евро на целый день. Бесплатно к ним туалет, душ, переодеться можно и Wi-Fi. Wi-Fi, если кому-то интересно, кто-то здесь будет отдыхать и попадет именно на этот пляж, ну, в принципе, по-любому сюда можно дойти. Вот этот La Palma Beach Bar. Wi-Fi называется La Palma Beach Bar. Он без замочка. Когда входите, просит зарегистрироваться или ввести пароль. Пароль 3 единицы. То есть, если вы будете здесь, находите La Palma Beach Bar, название Wi-Fi, и вводите 3 единицы. Ложитесь здесь, по желанию, ну, если купите
шезлонги вам и так предоставят Wi-Fi. Если не купите, то можете пользоваться Wi-Fi вот этим La Palma Beach Bar, пароль 3 единицы. Это 2019 год, июль. Ну, я сомневаюсь, что они здесь часто меняют пароли. Поэтому пользуйтесь. Сегодня очень большие волны, жарко, но очень большие волны. Охранники, телохранители, спасатели согнали всех людей в одну маленькую кучку и следят за ними. Если люди расходятся, то всех разгоняет. Рассказываю, что вас загнали в кучу и следят за вами, чтобы вы никуда не уплыли. Отняли круг, с кругом запретили плавать. Подписывайтесь на наш канал обязательно, смотрите, приезжайте, отдыхайте. Отель бюджетный, мы на семью потратили, ну не потратили, он нам обошелся на семью 800 евро, это 7 ночей с завтраком. В общем, отель неплохой, если вы любите бюджетный отдых, смело бронируйте. Там чуть-чуть дальше очень много мест, где можно купить экскурсию или арендовать машину, что мы и сделали. Сегодня поедем в какой-то город, не помню уже какой, будет тоже чудесный. Надеюсь, получится классный обзор. Спасибо, что вы с нами. Подписывайтесь на канал. До свидания.